Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале будет обзор одних из самых дешевых часов с сайта AliExpress. Часы без бренда, без какого-либо названия. Задняя крышка у них абсолютно без всяких надписей. Часы эти не влагозащищенные. Часы ходят достаточно точно, несмотря ни на что. Несмотря на их дешевизну. Эти часы из разряда часов для ребенка были бы, но они очень большие. Поэтому это я даже не знаю, для кого такие часы придумали. Наверное, это все-таки мужские часы. Такие одноразовые, бижутерия. Часы на обзор предоставил любезно мой друг хороший. Он попросил, чтобы ему я заказал такие же часы, как у него были. А такие часы у него именно были, только они были без позолоты, и за счет этого долго достаточно прослужили. Проходили они у него 1,5 года, потом он их самостоятельно заменил батарейку. Они еще у него ходили, но в результате они у него просто утонули. Он поехал на рыбалку, руку в воду засунул, когда рыбу вытаскивал, и все, часы намокли, запотели и перестали работать, что неудивительно. Однако у них очень привлекательная цена. Сейчас я вам скажу их стоимость. Вот, данные часики я заказывал на AliExpress за менее чем 300 рублей. Причем это с доставкой. В этих часах, ну, они такие сделаны под хронометр. Маленькие всякие стрелочки. Они, естественно, не ходят. Они чисто украшения. Просто туда налеплены, на клею, судя по всему. Но удивление, в этих часах есть дата, и она даже работает. То есть календарь в них, несмотря на их стоимость, ходит. Хотя часы, конечно, очень такие. Сложно все переставляется. Но вот видите, можно даже выставить календарь при желании. Можно поставить, естественно, время. Стрелки, видите, как сильно болтаются. Что тоже ужасно. Ну, понятно, да, качество. Но тем не менее, время выставить можно. Если головку зажмете, то они даже будут ходить. Показывать время, в общем-то, что от часов и надо. Для тех, кто не очень любит часы и кому на руке нужно просто, ну, предмет, который действительно показывает текущее время, при этом они не хотят много тратить денег, можно купить. Проходят долго, на удивление, если вы их не намочите. Ну или не уроните куда-нибудь. Браслет хлипкий. Если хотите на долгое использование, конечно, не берите с позолотой. Берите обязательно без позолоты. Обычный стальной ремешок, чтобы стальной корпус был. Тогда они вам подольше прослужат. Цветов они разных бывают. Белые, черные, по-моему, еще других каких-то цветов. Открывается браслет туго. Видите, усилие достаточно большое надо. Но при этом, если он откроется, он с руки не свалится. Но, ребят, за 300 рублей вы должны понимать, чего ожидать. Вот. На руке данные часы выглядят вот так вот. Но браслет я не уменьшал, поскольку это не мои часы. Но, тем не менее, достаточно крупные. Ну, такие настоящие мужские часы. В общем-то. Обзор на такие часы почти никто не снимает. Поэтому решил, а вдруг кому-то будет интересно. Кто-то хочет узнать, перемещается ли у них календарь. Да, перемещается. Дату смотреть можно. Сейчас вот попробуем круг сделать. Ой, перейдет число или нет. Да, видите. Дата передвигается, то есть все нормально. Это, пожалуй, будет самый короткий обзор на часы, поскольку говорить-то о них больше нечего. Ходят, батарейка меняется, стрелки для красоты, календарь двигается. Позолота, естественно, слезет быстро. Если сталь, можете поносить достаточно долго.
На этом все. Ставьте комментарии, если вам такие обзоры интересны на самые дешевые китайские часы кварцевые. Значит, продолжу. Благо, у людей их много. Время от времени покупают, кто не хочет тратить деньги на дорогие часы. Зато у человека всегда новые часики. Может к любой одежде их одеть. Их не жалко вообще. Так что вот такие дела. Все, спасибо, кто смотрел видео. Всем пока. Комментируйте, ставьте лайки.